Здравствуйте, мои дорогие форумчане! Это я, ваша Марина Девятова. Нахожусь в замечательном месте, с замечательными людьми, а точнее в Дагомысе, на берегу Черного моря. Водичка, конечно, холодная, купаться мне ни в коем случае нельзя, потому что впереди меня ожидает большой гастрольный тур на Дальний Восток и Сибирь, поэтому приходится только наслаждаться воздухом и красивым пейзажем. Ну что сказать, отдыхать, конечно, не работать. Новогодние праздники прошли хорошо, Новый год встретили Рождество, скоро Старый Новый год. Мне очень приятно то, что мы с вами продолжаем быть вместе, мы с вами размножаемся. И, собственно говоря, хочу пожелать вам всего самого хорошего. Простите, а вы Марина Девятова? Да. А можно автограф? Идите дальше. Вот. Мне очень хочется... Нет, не спрашивай меня, я не Марина Девятова. Вы знаете, хочется пожелать вашим родным, вашим близким все-таки скоро Старый Новый год. Крепкого-крепкого здоровья. Марина Девятова, это очень круто. У-у-у. А он так не может сказать. Повторимся, значит, хочется пожелать вашим родным, вашим близким всего самого-самого хорошего. Приходит у меня, конечно, мысль и тоска в сердце, то, что мы с вами давно не сидели, не чаевничали, не разговаривали. Я думаю, мы скоро это исправим, потому что, приехав из отпуска, я думаю, что обязательно мы с вами встретимся. Так что, дорогие мои форумчане, целую крепко, ваша репка. Пойду дальше наслаждаться природой. Пока!